Ну что же, вот стрижка закончена, и после парикмахерской я иду на работу прямо домой. Я училась. Это школа, где я училась, кажется. Снимем. Можно даже посмотреть, что там есть. В общем, смеркается. Уставшие люди спешат домой. И у нас такие тучи, как будто собирается дождь или снег. Но вряд ли у нас пойдет снег. Кстати, в этой части города я не была и не снимала, по-моему, видео из серии «Мой город». Кому-то совсем не холодно. Очень не холодно, я бы сказала. Стоят елочки. С Ангелистили мы любезно проходим. Кстати, вдали что-то строится. Я не знаю, правда, что это. Наверное, магазин. Я мистер скорость. Вот так не надо делать. Это нормально еще будет. Пропадает, извините, резкость. Люди странно смотрят очень. Да и они снимают, да. Всякие офисы.
улицы. По-моему, в Краснодаре на Красной улице были хлебные традиции. Ладно, попозже еще смотрю. Вот здесь у нас учреждение одно. Конечно же, эти не настоящие. Как вы могли заметить. Там не видно. Тысячу мелочей вот так. Сейчас мы дойдем до работы и домой. А дома посмотрим каталог косметики. Корейская или японская, я не помню. Кое-что покажу вам, что у меня есть. Для волос. Так что не переключайтесь. Ну что же, любители моего суперхалата, показываю свою суперприческу. Как все это замечательно получилось. Какие шикарные волосы. Ручку. Потом кое-что из каталога покажу. То есть косметика. Ну, мини-обзор я решила запихнуть его в этот влог, поскольку время позволяет снимать. А пробую новый цвет и так далее. Что я расскажу про... Скажу попозже. Такие два блеска от Oriflame. И, кстати, в наборе мне досталась такая замечательная косметичка, хорошо прошитая. Вот такая она красивая. Ну что же, а дальше мы посмотрим, как и обещала, каталог. Ну что же, я в подробности особо не буду вдаваться. Пролистаем, покажу кое-что потом быстренько. Молочко. Много тут чего. Масочек полно, значит. Даже ролик есть. Крем для домакияжа. Шампуни. Очень много шампуней для волос, средства. Вот, значит. Гель для выпрямления. Вот такой он. Стрейч хэя. Стрейч, наверное. Так он защищен, приятный запах, неплохо выпрямляет. Стоит 490. В общем,
с сакурой, кажется. Для вьющихся, секущихся. Потом вот мыло жидкое для тела очень интересно. Особенно алое наслаждение. Здесь морковь, еще много чего. В общем, тут интересно-интересно. Быстро покажу, чтобы не перегружать видео. Вот салфетка для жирного блеска для удаления с гиалуронкой. И здесь просто здесь 80 штук, здесь 120. Вот эти интересные, их надолго хватает. Вот эти бы я посоветовала. А здесь всевозможные. Вот такой, кстати, шелк. Увлажняющий кондиционер для волос с природным коллагеном и ароматом мяты приятный. Ну и так далее. Косметы. Здесь можно заказывать. В общем, пробуйте, заказывайте. Я коротенько рассказала, чтобы вы имели представление об этой продукции. В общем, неплохая продукция. Это Япония, кажется. Ну а напоследок, как обещала, два классных блеска от Avon. Oriflame, простите, Power Shine Lip Gloss. Кстати, очень приятно пахнут. Очень здоровский. Всем могу его посоветовать. Ну а теперь вот еще один. Тоже классно. Вот так он на руке смотрится. В общем, супер. Мне понравился. И такие запахи приятные, как дынно-конфетные. Его я советую к покупке. Ну а на этом я с вами прощаюсь, желаю вам счастья, оставайтесь такими же красивыми и счастливыми. Все бегом готовиться к корпоративам. До новых встреч. Пока-пока.